Украина, Запорожская область, Васильевский район, село Скельки. У нас в той стороне, там у нас Ивановский источник, вдали Каховское водохранилище. В ту сторону у нас Лысая гора и ПГТ Васильевка. А мы идем искать водопад без названия. Я тут был уже 2 или 3 раза, но все время тяжело найти спуск. Все зарастает. Тут такие хащи. Кабанчики тут водятся. Так. Тут кабаны вот перерыли. Дикие места. Опачки. Дошли до источника. Журчит вода. Ну вот влево уходите. Она туда, ниже. Тут пересечение должно быть, да? И вниз, вниз идем. Дальше, дальше, дальше. Туда. Прямо. Не, ну не на воду же. Тут просто видишь, как идти. Ну да, хащи. Извините, тропинки нет. Нет, недалеко. Он рядышком. Правитесь? Правитесь? Ну да, наверное. Когда дойдем до водопада, там будет более просматриваться тропинка. Колючая, да? Завелось такие хащи. Он рядышком. Мы справимся. Обратно так же? Не, обратно по-другому. Лучше будет дорога. Экстрим? Вообще? Ой-ой-ой. Это круче даже, чем катакомбы. Офигеть. Колючки. Высокие колючки. Застряла? Кошмар. Вы не сердитесь на меня, да? Зачем нам сердиться? Да. Как бы. Самим интересно. Может, ты проложишь тропинку? Я проложу тропинку? Сейчас. Какие колючки. Может, ты туда деревья подняться? Да, сейчас попробую. Давайте. Дай руку. Экстрим. Вот так легко. Да, тут получше. Мы прорвемся. У нас получится. Так, кусты. А у меня ноги-то голые. Царапается хорошо. Так, мы найдем. А вот смотрите, кабаны перерыли. Я весь в колючках. Да ничего, пока. Так, 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 блин, так. Не сердитесь, пожалуйста. Да, так. Все ближе и ближе. Опа. Экстрим был. Кто? Рука, ну это ж колючки. Она мне все печет. Я знаю, у меня тоже печет рука. А куда дальше? Прямо. Пчелы. А это кабаны перерыли, видишь? Угу. Червей искали, наверное. Еще. Так. Тяжелый ролик. Ну ничего страшного. Обрежем. Тихо, тихо. Прикинь, а он пересох. Да ну. Не имеет права. Не имеет права. Такие дебри вырвались. Он просто не имеет права пересохнуть. Бля, сосны подсохли. Шишечки. Ух, какие колючки. Я видел шишки. Ящерка. Пока не слышно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага.
А вы в правильном направлении? Ну, процентов 90, да. Нормально. Ты помнишь эти сосны или нет? Нет, не помню. Шиповник. Жду. Вау. Тут осторожно, ребят. Шиповник растет. Шурчания пока не слышу. Хоп-хоп-хоп. Ну где ж ты, миленький? Да пока не слышу его. Но мы его не можем мимо пройти. Да нет. Кажется, что-то слышу. Да, журчит, журчит. Там сзади, наверное, все в шоке. Гляньте, тут колючки какие. Ну, природа. Благодать, ребят. Видите, тропинок нет. Все дикое. Журчит. Мы уже рядом. Группа отстала. Я передвигаюсь слишком быстро. Да-да-да, вот где-то он. Дикая груша. Пчелы. Вот он, нашел! Ура! Так. Стоп. Я рядом. Да, нашел. Это он. Фух, так. Вот она, ребят. Сейчас надо будет обойти. Сейчас немножечко обойдем и спустимся. Иди выше. Смотрите. Водичку пить можно. Я еще не спустился. Сейчас попадем. Нет. Трошки дальше. Вот. Опа! Вот и спуск, ребята. Мы на месте. Вот он, водопад Виктория. Прибыли. Водичку пить можно. Сейчас бабахну. Знаете, я что, Бэтмен? В колючках есть. Так. Попить водички просто. Класс. Красоте. Ребята добрались. На меня, наверное, все злые, да? Главное, что он не пересох. Ракушняк и глина. Я тут третий раз. Опа. Дикие места Запорожской области. Пойдет? Огонь. Мы, правда, как хрюшки. Ну, ничего. Я думаю, это того стоило. Можешь положить? Конечно. Сейчас я остановлю видео.